Всем привет! Новые серии турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдут с понедельника по пятницу. Если вы хотите видеть больше счастливых сцен в сериале, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. А перед началом анонса хочу всех поблагодарить за просмотры, лайки и комментарии. Варан будет стараться защищать Дилан и своего ребенка, чтобы им никто не смог причинить вреда. Но делать это нужно тоже с умом, чтобы не запачкать руки в крови врагов. Говорят, что Дживахир на время отстанет от корабеев, но когда у Дилана родится ребенок, он снова появится на горизонте для того, чтобы похитить малыша. Возможно, это произойдет под конец сезона. А вы как думаете, будет ли похищен ребенок Барана Дилан? Напишите свое мнение в комментариях. Также стало известно, что в сериале больше нет роли для Сабихи, и мы ее, скорее всего, больше не увидим. По крайней мере, в новом сезоне ее не будет. Дживрия тоже родит ребенка к концу сезона, и если у нее не будет роли, то в новом сезоне мы увидим другую пару, а Дживрия и Дживдет покинут сериал. Вот такие новости на это время. А если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.